самый лучший на земле. Он пример тебе и мне. Эузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту ассаляму аля расулина Мухаммадин, валя алихи васхарихи аджмаин. Приветствовать друг друга является желательным, сунна и великой милостью Всевышнего Аллаха для мусульман, потому как приветствие усиливает любовь и уважение в обществе. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не указать ли вам на то, что усиливает любовь между вами?» Это распространение приветствия в вашем обществе. Приветствуйте как можно больше друг друга, и любовь укрепится. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милости и благословения Всевышнего Аллаха, дорогие и уважаемые гости. Давай читать Коран. Чуть нараспев читают, не спеша, арабские загадочные звуки, и, кажется, нельзя совсем дышать. Но только слушать сердцем чутко. А ты сумеешь также, не спеша, читать Коран своим любимым детям, чтоб не напал на них и не сгубил шайтан, чтоб жизнь у них была светлее всех на свете. Мы начинаем наше праздничное мероприятие Маулид ан-Наби 2017 с чтения священного Корана. Коран нам зачитает юный житель нашего славного города Нижний Новгород Мустакимов Абдурахман, иншалла наш будущий учащийся Мустафы Ихсан. Итак, Абдурахман, просим тебя на сцену. Аллаху Акбар. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллахи раббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдина ас-сирата аль-мустаким. Сирата аллазина ан'амта алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Большое спасибо, Абдурахман, не уходи. Саллаллаху алейхи. Сейчас дуа прочитает председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Хазрат Закиров. Гаяз Хазрат, можно? Альхамду лиллахи раббил аламин. Ас-саляту вас-саляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма рхамни бил Кур'ана ва джаляху лил имама ва нура ва худа ва рахма. Аллахумма дзаккирни минхума наситу ва аллимни минхума джахильту арзукни тилаватана ал-лейли ва атрафан нахар. Ваджгальху ли худжата я раббана аламин. Я раббум Аллах ялгыз бир бюзиннин рахматинни мадида бажбу мубарак сарларда бюзиннин хурматли. Кар'ан кариминнин укылган изгай
аят кәримәләребезне фазылың ва карамың белән һәм хусни кабуллыгың белән кабуллардан әйләсәң иде. Я Раббым Аллам ашбу мөбарак мәүлид кичәсендә пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рухы хушнут булса иде һәм һәр кайбыздан да разы булып кыямәт көнендә аның шафаатына лаеклы булырга насыйп әйләсәң иде. Би рахмәтикә я Бик зур рахмет сізге, Каяс Хазрат. Но у нас Абдурахман подготовил еще нашид на арабском языке. Давайте поддержим его. Аузу биллахи. Роккат айна я шоукан. ولطيبة ذرفت عشقا فنبيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك أنا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله قلب بالحق تعله ولدار حرام أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك أنا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك أنا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا صبا في رسول الله محبا في ووقة سكنة موحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جدك صبا في رسول الله محبا في ووقة سكنة موحي وجوار الهادي محمد السلام عليك أنا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك أنا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Спасибо большое, Абдурахман. Теперь небольшие подарки от нашего праздничного мероприятия. Уважаемые гости, сегодня мы собрались с вами, чтобы услышать нашиды, манаджаты, стихотворные произведения, посвященные восхвалениям Всевышнего Творца, стихи об Аллахе и о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Уважаемые гости, на сцену приглашаю председателя Централизованной религиозной организации мусульман Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяс Хазрата Закирова. Так, встречаем Гаяс Хазрат. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Хорматлы дин кардашларым, якташларым, азиз милләттәшләрем, барыгызны да мөбарак салам белән, иң күркәм саламнарның берсе булган ислам саламы белән ихлас күңелемнән саламлыйсым килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтләре, баракатлары һәр кайсыбызга да булып киләчәк көннәре бездә Аллаһ Раббыбызның сөйгән бәндәләре җөмләсеннән булып яшәргә үзе насыйп әйләсен иде. Уважаемые братья, сестры, я приветствую вас наилучшим исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Сегодня праздник Мавлид ан-Наби, родился пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллях. Здесь, в нашем городе, вообще в Нижегородской области, мы живем многие годы, даже несколько веков, скажем так. И слава Всевышнему, салаваты, прославление пророку Мухаммаду всегда звучали на этой земле. Нижний Новгород – это многоконфессиональный, многонациональный город, и Нижегородская область тем более. В нашей области, альхамдулиллях, 62 мечети. У нас свой исламский институт. У нас медресе работает, альхамдулиллях. Воскресные школы. И в этом году мы так торжественно отмечаем этот великий праздник, праздник рождения, Рождества пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Слава Всевышнему, с нами вместе наши братья из Дагестана. А сегодня я начал свои приветствия на татарском языке, а в Дагестане тоже также проживает очень много народов, которые говорят на разных языках, и многие национальности, которые там живут, они прекрасно понимают татарский язык, ибо наши языки достаточно похожи. Поэтому я думаю, когда будут звучать здесь мунаджаты, баиты, они все это будут понимать, инша Аллах. Я благодарю всех тех, кто сделал этот праздник. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, кто организовал, кто ходил, кто доставал и много-много чего делал, чтобы этот наш праздник состоялся. Многие годы мы проводили такие мероприятия в мечетях, а в этом году и в прошлом году на автозаводе проводили, и в этом году уже вот здесь, в течение многих людей, проводим именно здесь, в Дворце культуры железнодорожников, и поэтому на следующий год мы надеемся на то, еще торжественнее, еще лучше будет наш праздник. Ибо наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, достоин этого, чтобы мы его поминали, мы говорили салаваты, и чтобы мы надеялись на заступничество нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение.